Очень срочная и трагическая новость. Сегодня рано утром появилась, друзья, в интернете. Наши источники сообщают нам о том, что сегодня ночью в своем доме на глазах у родных ушла из жизни известная актриса и певица. Она родилась в 1945 году в семье известного сценариста. В 1960 году она переезжает в Италию, в дальнейшем вся ее творческая и личная жизнь связана с Италией. За годы своего творчества она неоднократно бывала в России с концертами. Сразу же с успехом дебютирует в двух фильмах, играет в драме французского режиссера и исполняет роль Франчески в итальянской картине «Сладкий обман». Имя данной певицы и актрисы – Катрин Спак. Подпишитесь, друзья, на наш канал. Каждое утро мы делаем интересные новости только для вас.